Актриса Анна Уколова в аэропорту Шереметьево набрасывалась на сотрудников и пассажиров. Женщина устроила пьяный дебош, после чего ее задержали. По словам персонала, Анна вела себя крайне неадекватно и даже агрессивно. Мало того, что у нее был синяк под глазом, она заявляла всем, что известная актриса и требовала к себе особого отношения. Кстати, в похожей роли она была в фильме «Левиафан». Там актриса играла весьма неравнодушную к алкоголю женщину. Ну, поедешь. Москву. Из Шереметьево Уколова должна в Уфу на съемки нового фильма, но на борт актриса так и не попала. 3 часа она отсыпалась в изоляторе линейного отдела полиции, ну, несмотря вот на странное поведение, так сказать. Фильмография у актрисы впечатляющая. Почти 80 работ на телевидении и в кино. Среди самых ярких «Географ», «Глобус», «Пропил», фильм «Жить» и сериал «Каменская».